Привет, дорогие друзья! Hello, my friends! Смотрите, что я для вас нашел. Очередные копии шариков лол. Ну, это не шарики, а вот такие вот якобы яички лол. Киндерики. Они как-то выглядят очень необычно. Нарисованы куколки лол. Написано Wonderful Fun. Что же там будет? Китайцы сказали, это самые настоящие новые лол. Что же там внутри, узнаем мы вместе с вами прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим яички. Здесь нарисованы вот такие куколки. Здесь у нас нарисованы вот такие куколки. Здесь вот такие. И на последнем вот такие. Что же там внутри, я не знаю. Думаю, вы также такие еще не видели сюрпризы. Я видел другие, более большие. А эти какие-то маленькие. Ну, давайте попробуем открыть и посмотрим, удивят нас в этот раз китайцы или нет. Так, открываем первое яичко и смотрим. Смотрите, яичко, оно не просто открывается, а вот так вот еще остается. Можно его обратно вот так делать. Ничего себе. И кто же там внутри, друзья? Смотрите. Вау. Ничего себе. Какая необычная кукла лол. Сапожки в нее не снимаются. Одежда тоже не снимается. Ручки и ножки не двигаются. Но голова, смотрите, мягкая. И вот так вот крутится. Как она, правда, странно сидит. Смотрите, какая большая у нее шея какая-то. Давайте еще раз попробуем ее одеть. Может, в этот раз лучше будет держаться. Но она вообще не хочет одеваться. Вот, сейчас получилось. Да, получше мы ее с вами одели. И сейчас она как-то лучше держится, но мне кажется, все-таки шея чуть-чуть длинновато. Необычная кукла лол. Такая шершавенькая. Конечно, все как обычно перепачкали, но идея интересная. Так, первая кукла у нас вот такая. Давайте откроем вот такое яичко. С желтым такими наклейками. Интересно, разные тут вообще куколки? Как вы думаете, ребята? Я думаю, наверное, да. Так, кто будет здесь? Сейчас вам покажу. Да-да-да! Вау! Смотрите, какая у нее большая голова. Платьишко такая, синенькая. Прическа, фиолетовые глаза. Кстати, интересно, даже плюются они, куколки, или нет. Сейчас возьмем водичку, попробуем. Мне кажется, нет. Голова также мягкая и крутится. Необычные, конечно, сюрпризики. Меня даже чуть-чуть удивили вот такие две куколки. Напиши обязательно в комментариях, похожи они на оригинальных, либо не похожи вообще. И опять это не лол никакой, вовсе. А мы в это время открываем следующий уже сюрпризик. Что будет в нем? Та-да-дам. И смотрим. Та-да-дам. Ничего себе. Вот такая куколка мне точно попадалась в куколках лол. Смотрите, она выполнена довольно-таки интересненько. Такая одежда у нее, желтые волосы, голова не будет плеваться, просто мягкая. Они, скорее всего, не плюются даже и ничего не меняют цвет. Но, как куколка, интересно, что-то новенькое открыть, но на лол особо не похоже. Хотя вот такая, по-моему, не попадалась где-то в каком-то шарике. И последнее откроем, посмотрим, что будет в нем, хоть бы новая кукла, было бы очень классно. Ну и так, из четырех три разных, это очень круто. И та-да-дам, смотрите. И прям как я и сказал, что круто, что хоть так попалось. И нам попалась вот такая вот снова куколка-повторочка. Итак, друзья, сегодня мы распаковали с вами вот такие сюрпризики с куклами. Новые, самые свежие и горячие, как пирожки. Обязательно подписывайся на канал, ставь пальчик вверх, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И будешь всегда смотреть новинки, сюрпризов, лол и всякие другие сюрпризики. Всем пока, до новых встреч, goodbye, my friends!